Многочисленная акция протеста против легализации однополых браков прошла в воскресенье в Париже. В столицу съехались противники ЛГБТ-браков со всей Франции. Разрешение на законодательном уровне заключения браков гей-парами и усыновление ими детей было одним из предвыборных обещаний президента Франции Оланда. Он намеревался его исполнить к июню текущего года. На протесты в Париже вышли десятки тысяч человек. Клоуны, песни, воздушные шарики и зажигательный Gangnam Style у подножия Эйфелевой башни. Свою акцию протеста противники однополых браков, вышедшие в воскресенье на улицы Парижа, называли не иначе, как праздником. Организаторы мероприятия насчитали 800 тысяч участников, полиция – 340. Организаторы акции призвали президента Франсуа Оланда изменить текст закона, убрав слово «брак» и заменив его на «гражданский союз». Слушания по данному законопроекту должны начаться в парламенте 29 января. Со своей стороны в Елисеевском дворце признали масштаб акции, однако заявили, что это не помешает парламентским слушаниям. По данным опросов общественного мнения, на которые ссылается Франс-Пресс, большинство французов, 56%, поддерживают закон, разрешающий однополые браки. Около половины населения поддерживают разрешение на усыновление для однополых семей.